Что чувствует человек, переживший шторм и кораблекрушение? Первое, что приходит на ум, радость отступившей опасности. Но судьба не так проста. Позволив человеку уцелеть в смертельной схватке со стихией, она требует развития сюжета. Его плату долга за чудом сохраненную жизнь. Готовит герою новые испытания. Неожиданная радость быстро сменяется отчаянием и истерикой. Жизнь спасена, но что с нею делать на проклятом острове? Может, просто шагнуть вниз, избавить себя от голодной смерти? Какой ужас! Ну и какое искушение! Внутри Артификс происходят такие же эволюционные процессы, как и в любом живом организме. Пусы пудрой не замажешь. Я же просила, так близко не снимай. Когда творческий бульон уже закипел и появились первые признаки команды, Артификс говорил в основном об изобразительном искусстве. Опять световая схема на 100 приборов. Света много, не бывает. Но со временем темы стали шире. Появились музыка, литература и история. Мы провели психологический анализ. Мы сделали Гоголя геем. Драгоценнейший актив сотрудники Артификс. Я, к примеру, из мира рекламы. Алена Алексеевна филолог, Димсон художник, а наш суперпост Андрей из мира киноиндустрии. Нас много, этот список можно продолжать долго. Нас всех соединил Артификс. Нам давно пора понять, мы не только официальные СМИ с творческим акцентом. Сегодня Артификс — это еще и видеопродакшн. Мы помогаем блогерам создавать контент от идеи до финального монтажа. Решаем с предпринимателями бизнес-задачи посредством рекламы и корпоративных видео. Готовим образовательный контент и снимаем документальные фильмы. Наша видеостудия открыта к новым предложениям. Я как продюсер обещаю лично ответить на каждый коммерческий запрос. Сайты контакта Artifex Production под видео. Один из самых известных романов, описывающий жизнь бедолаги, попавшего в подобные условия, опубликован еще в далеком 1719 году. Тогда в России еще правил Петр I. Роман был издан английским писателем и журналистом Даниэлем Дефо. Это, конечно, всем известная нетленка «Робинзон Крузо». Роман стал так популярен, что породил жанр робинзонада в литературе, а нынче и в кино. Наверное, каждый из вас в детстве мечтал попасть на роль Робинзона со всеми его трудностями и неприятностями. Тема одиночества наталкивает нас на мысль о том, как ценно человеческое общение. Как бы мы иногда им не тяготились, зависим от него, как от куска хлеба, поверьте. Даниэль Дефо был плодовит. Еще до Робинзона Крузо, который вышел уже на склоне лет писателя, Дефо написал под 200 сочинений и брошюр различных жанров и тематик. Он вел политические издания, курировал газеты, но запомнился нам приключениями Робинзона. Эта книга стояла в каждом доме, рядом с Библией. А как иронизировал один недруг Дефо, нет старухи, которая не купила бы себе эту книгу, чтобы оставить ее в наследство потомству. Как думаете, сегодня есть хоть одна книга, которая пользуется такой же популярностью, как «Робинзон Крузо»? Понятно. Может, вы не знали, но у «Робинзона Крузо» есть реальный прототип. Шотландский боцман Александр Селькирк, родившийся в 1676 году от Рождества Христова. Только не попадал Александр в кораблекрушение. Он просто поссорился с капитаном корабля, и тот его высадил на необитаемый остров в Тихом океане. Прожил Александр на острове 4 года и 4 месяца. Вы спросите меня, как же он выжил один на необитаемом острове? Дело в том, что добрый капитан позволил взять матросу с собой ружье, запас пуль, порох, топор, огниво, ну и все необходимые для выживания вещи. Поначалу Александр питался моллюсками и ждал, что его вскоре обнаружат и заберут. Ведь это был довольно известный для моряков остров, на который заходили суда, чтобы пополнить запасы воды.
Но, как оказалось, рядом был другой остров, более богатый запасами. И корабли стали плавать туда. Остров Мастьера, как он назывался, был прежде заселен испанскими колонистами, которые покинули остров, но оставили домашних коз. Козы одичали, но не потеряли способности утолять голод одиноких матросов. Остров кишил цесарками, а деревья — экзотическими фруктами. Также там обитали морские львы, тюлени, черепахи и всякие птицы. Из растительных культур росли дикие репа, капуста и черный перец. Остров для жизни одного человека был вполне приемлемым. Примерно 100 квадратных километров. Звучит не так страшно, да? Но есть одно «но». Ты один на необитаемом острове посреди Тихого океана. Опасность на этом острове исходила только от полчищ крыс. Но, на счастье, на острове жили и дикие кошки, ранее привезенные испанцами. В их компании он мог спать спокойно. Поначалу наш боцман жил в пещере. Но затем он обнаружил сохранившиеся хижины испанской колонии, в которых нашел все, о чем может мечтать свободный мужчина на необитаемом острове. Но это, конечно, фантазия. Когда запасы пороха подошли к концу, Селькирк охотился на коз с ножом, бегая за ними со скоростью ветра. Однажды, преследуя козу, наш охотник слетел с обрыва и отключился. Спасла его же жертва. Когда он пришел в себя, под ним лежала коза, которая погасила удар о землю. Но коза, увы, не выжила. Уверен, боцман за спасение своей жизни отпустил бы ее. Чтобы вкрайне одуреть от одиночества и не забыть человеческую речь, сухопутный боцман читал Библию. Вслух. Через 4 года одиночества Александр Селькирк заметил на горизонте сразу 2 судна. По траектории было видно, что их путь лежит не мимо острова, а прямо к нему. Надежда на спасение вошла в сердце, как нож в масло. Но судьба опять сыграла с ним злую шутку. Когда он выбежал на берег, оказалось, что суда испанские, а это нехорошо. Испания была врагом Англии. Пришлось по-добру, по-здорову удирать в лес. Испанцы высадились, разрушили постройки, но хозяина не нашли. Отчаялся Александр. Надежда ускользнула из рук. Да, он выжил, но он опять один. Но через какое-то время спасение все же пришло. К берегам Селькирка подошло английское судно с капитаном Вудсом Роджерсом, который в шутку прозвал Селькирка губернатором острова. Капитан взял нового матроса к себе на службу, где он и прослужил несколько лет, исполняя обязанности боцмана. Капитан Роджерс подробнейшим образом записал историю Селькирка, а Даниэль Дефо написал по ней своего Робинзона. Дефо был очень внимателен к мелочам, журналистская жилка Дефо в его писательском деле сыграла свою роль. Корабельное дело, быт Робинзона и прочие детали описаны настолько точно, будто автор сам проделал все то же самое, что и Робинзон Крузо. Такая правдоподобность в романах Дефо вводила читателя в заблуждение, заставляя поверить в реальность существования персонажей писателя. Боцман Александр Селькирк здорово одичал на острове, в отличие от Робинзона Крузо. Герой же романа Дефо, наоборот, нравственно совершенствовался в уединении и общении с Богом. Ну, советские школьники, которые так любили Робинзона, про Бога вряд ли читали в переводе Чуковского. Он эту линию по понятным причинам из романа вытравил, чем серьезно исказил суть. Ведь без веры и душевной опоры человек ломается, как спичка. Трудно человеку без веры. Верно, верно. Без веры, да еще в одиночестве. Недолго сойти и с ума. Циник имеет меньше шансов на выживание, чем человек, который верит в высшие силы,
верит, что он не один и что провидение ему благоволит. И знаки этого он находит во всем, потому как вера рисует ему другую реальность, отличную от реальности человека, который ни во что не верит и полагается только на свои силы и случай. Ребята, мне очень многое хочется вам рассказать о жизни Робинзона. Но поймите, моя задача не пересказать книгу, а вызвать у вас аппетит к чтению.